Дорогой зритель, вот ты спросишь меня, что такое французский дом, планета красоты и бьюти-мания? А я отвечу. Это лучший выбор и практически бесплатный автомобиль. Ты смотришь Headliner, а меня зовут Фима Иванов. Что верно, то верно. На протяжении долгого времени, благодаря вышеупомянутой сети магазинов, алма-атинцы получают один за одним в подарок железных коней. На сей раз розыгрыш состоялся в планете красоты Феникс. Желающих сесть за руль нового авто оказалось превеликое множество. Но прежде, с легкой руки самых юных гостей, были определены обладатели парфюмерно-косметических призов. После получасового общения с публикой и раздачи презентов хитовый виджей и по совместительству ведущий мероприятия Фима Иванов принялся за кульминационную часть – розыгрыш автомобиля. Галамжан, мы вас поздравляем. Расскажите вот эти вот ощущения внутри. Хотел выиграть, было желание большое, и, видать, это произошло. И я выиграл автомобиль. Кто-то ушел с подарками, а кто-то уехал на новеньком автомобиле. Дерзай, и удача тебе улыбнется. Это был Headliner, а меня зовут Фима Иванов.